И всем доброго дня. О! Сегодня у нас будет веселенький денек. Сегодня мы добиваем наше 3-метровое окошко. Доделываем еще 3 ряда на всех оставшихся стенках. Углы готовы, вчера показывал. Сегодня доделаем. Напарник грустный, я тоже. Потому что в конце будет очень весело. В конце у нас не хватает блоков. Мы посчитали где-то почти кубик. Это 16-17 блоков. На вскидку так. Поэтому, скорее всего, но это не точно, стройка сегодня у нас для нас завершится, но закончена не будет, потому что не хватает блоков. А строить из битья как будто не очень охота. Экономим на всем, даже подрезки не выкидываем, как там многие писали. А почему вы не сделали низ из хороших блоков, а плохие бы оставили наверх? Да потому что, наверное, даже плохих, не то что хороших, не хватает. У нас может получиться, что у нас внизу сделано из говна, и вверху закончили из говна. Это будет прям как симметрия. Пробовали посчитать. Получается, вот на эту стеночку нужно 2,5 куба, вот на эту стенку уже 3. Добить третью, вторую стенку, кубик. И еще где-то полкубика кубик вот здесь добить. Ну, то есть не хватает 1,2 куба. Это где-то 21-22 блока там. Ну, мы посчитаем. Сейчас у нас есть много разбросаны вот такие кусочки. Будем их экономить. Будем вставлять. Они все будут выглядеть вот так, скорее всего. Либо вот так, либо вот так. Либо вот так. Вот. Но никак не новое. То есть будет у нас... Ну, надеюсь, вот таких постараемся избежать. Вот, видите, не хватает. Прям, ну, кулачок. А вот такие будут считаться нормой. Таков у нас обычай. Да, кстати, идеально новые поддоны, когда распаковали, все, были вот такие вот на боковых частях. И вот таких было, ну, больше куба. Мы их все кидаем на подрезки. Этой стороной либо внутрь, либо вот так вот отрезали. То есть, а вот они везде, в принципе, что, вот они везде. Это вот когда грузили, получается, погрузчиком. Это погрузчик, такая машина, которая, у которой две вилки. Она подъезжает, так вот поддон цепляет, и поддон аккуратно грузится. А когда выгружается, мы цепляем уже стропами, и стропы под вибрацией, под нагрузкой начинают откусывать верхние уголки. И получается вот такие ситуации, вот такие ситуации. Да, кстати, это уже отпало, когда мы уже поставили. Это вот я придерживаюсь теории, что в попытках сэкономить зимой, когда покупаем блок, он же приезжает зимой влажный, а на улице мороз минус 20, и типа происходит разрушение. И очень-очень-очень хрупкий он. И за зиму отстоится, весной берем, и он прям развалится в руках. Поэтому есть теория, что лучше уж покупать, наверное, весной, когда он вот только его произвели, и он такой типа тепленький, без вот таких недоразумений. Но это теория. Ладно, у меня клей стынет. Разминка до обеда. Погнали. We'll be right back.
Ну и, собственно, сегодня четвертый день, или второй, с начала нашего эфира. Мы закончили полностью углы, стеночки, везде все сделали. Полностью ушел блок, вот что осталось. Тут даже ничего не осталось. Здесь абсолютно ничего не осталось. Да, остальное все поскидывали вниз. Вот тут максимально подрезки, вот они. И все, блока не хватило. А я говорил. И еще что интересно, у нас блоки кончились, собственно говоря, целый палет, наверное, назад. Мы потом делали вот из таких, ковырялись в куче, как настоящие профессионалы с высшим образованием. Вот такие вот суперские. Ну, у нас, в принципе, что низ, что верх одинаково. Как я говорил, симметрия. Там писали, не проще было сделать нормальный верх, а плохие оставить... Ой, нормальные внизу, а плохие наверху. Ну вот, мы вас услышали. Все самое плохое бросается в глаза. Прелесть. А так, в целом... Я думаю, девушка сейчас мне ответит. На этом наше полномочие все. Нужны еще 11 блоков. Потому что даже из плохих, из которых более-менее были целые, где возможно скроет что-то штукатурка, закончились. Остались, ну, просто никакие. Следующий этап, когда мы вернемся, мы начинаем бомбить армопояс. И потом пойдет крыша. Ну, тут на первом этаже, ну, вот такие блоки есть. Они, ну, из них вообще ничего сделать нельзя. То есть от слова совсем. Там нет ни одной целой стороны. Все, что можно было, перевернули. Вот стоят стопочки калиброванные. Ну, то есть, даже если порезать их вот как, не знаю, как сосиску, не получится. Они просто все убитые. Вон там вдали, посмотрите. Поэтому не вариант. Вот хороший блок. Если отсюда смотреть, типа, даже ничего. Подходишь, ё-моё. Все, все блоки выработали. Все 80 кубов закончились. Остались кошмарные блоки, в общем, которые покоцаны во всех. Это так и было, если что. Ну, блин. Ну, как это? Что это? На этом мои полномочия. Все. Все, ребят, всем счастливо. Увидимся через недельку. Ах, да, что там получилось-то со стороны? Вот так со стороны дом выглядит. Сейчас будет еще армопояс. И будет вообще красиво. Так, сейчас надо не забыть показать с лицевой стороны. С лицевой стороны самые хорошие блоки. Там лежат самые красивые. Так что те, кто с дороги ходят, они даже не догадаются, что здесь что-то не то. Так. Эх, солнце мешает. Ну, в общем, видно, да, что там вроде бы красиво даже получилось. Не знаю, только за это можно выпить рюмочку красного, что вот из этого сделали вот это. Ладно, все, мы отдыхать. У нас впереди армопояс. Нужно набраться сил, взять с собой инструмент. И мы вернемся в эфир, как только сможем. Все, давайте, не болейте, не скучайте. Мы на отдых.